Шорты категории крем. Мешок весит у нас 15 килограмм. Первым у нас идут шорты 58 европейский размер указан. Следов износа нет. Если они будут, кстати, попадаться, я буду об этом говорить. Но пока вот не будет, видимо. Потому что вещь вот это вот конкретно новая вещь. Стоковая. 10 английский размер указан. Женские шорты. Так. 52 размера тоже. Новые шорты получается у нас. River Island. 10 английский размер. Что-то типа бридж, наверное. Так, следов износа, в принципе, я не вижу. Так, 12-й английский, 40-й европейский размер. Еще одни джинсовые шорты, также без следов износа. Так. Вот такой вот полукомбинезон, полушорты. На 13 лет, 158 указан рост. Так, размер 2XL. Вот такие вот легкие летние шорты. Так, здесь... Что-то типа бридж джинсовых. Указаний размера, к сожалению, нет. Следов износа также нет. Так, размер 14 английский. Следующие женские шорты были это, кстати. Так, бриджи еще одни. На штанинах следов износа нет. На самих шортах также. Марка Fishbone. Размер указан XL. Размер МК. Тоже вот еще одни шорты. Оп. Какой-то катушек взялся. Так, 10-й английский размер. Опять же, женские шорты. 48-й европейский размер. Новые шорты марки Angelo Litrica с этикеткой. Так, марка Adidas. Размер указан здесь у нас 44-й вроде как. 44-й размер. Так, 10-й английский, 38-й европейский размер. Еще одни джинсовые шорты женские. 58 размера вот такие вот шорты новые в упаковке. Марка Атмосфер, 20 английский, 48 европейский размер. Так, размер Элька. Тоже спортивные шорты. Марка Чироки, размер здесь у нас, к сожалению, нигде не указан. Это уже больше к бриджам можно относить. Так, 32 европейский размер. Пляжный такой вариант уже. 28-30 указан размер, тоже джинсовые шорты. 38 европейский размер. Так, это неожиданно комбинезон. Вроде, да, комбинезон марки F&F. Новый с этикеткой. 14 английский размер у нас здесь указан. Так, неожиданно было в мешке с шортами встретить комбинезон, конечно. Размер XL. Опять же, такой пляжный вариант. Так, размер 2XL. Здесь у нас, опять же, женские джинсовые шорты 10 английского размера. Так, здесь у нас указаний размера нет. Следов износа тоже пока не попадается. Так, 29 английский размер. Европейский размер. Вот такие вот. Так, 10 английский размер. Так, бриджи марки H&M. Указания размера я, к сожалению, опять же не вижу. Достаточно такие нарядные, интересные. 10 английского размера еще одни джинсовые шорты. 48 европейский. Опять же, пляжный вариант. Размер указан у нас здесь 2XL. Вот такие вот шорты. Так, 20 английского размера. Достаточно такие большие. Следов износа опять же пока не попадается. Так, 10 английский размер указан. Так, также 10 английский размер. Шорты первые, кстати, шорты, которые в этом мешке попались. Вот с таким небольшим ремешком. 34 размер. Марка Angelo Litrica. Новые шорты с этикеткой. Марка Джордж. Это больше уже похоже на джинсы, но может быть это просто очень длинные шорты. Размер СК. Тоже вот интересный такой непонятный немножко вариант. Марка Adidas. Размер указан СК. Так, Grey Connection. 56 размер указан. Это у нас еще одни шорты. Так, здесь указания размера нет.
Любители стиля милитари оценит. Так, 146-158. Бросковые шорты. Марка Джордж следом у нас идет. Без указания размера, следов износа, слава богу, я нигде не вижу. Так, марка Папайя, 8 английский размер. Так, еще одни джинсовые шорты. Указания размера нет. Так, марка Adidas. Размер указан Элька. 16 английского размера еще одни. Так, размер Элька. Также. Марка Джордж. Новые шорты 10 английского размера с этикеткой. Все это на месте. Так, размер 5 вроде как. Тоже вот такие вот шорты. Марка Adidas. Размер здесь у нас указан 38 вроде как. 38 размер. Так, 40 европейский. Это, кстати, легкие такие тканевые шорты. Тоже интересные достаточно. Размер XL. Шорты из полиэстера. Здесь вот торчит нитка, кстати. Вот, наконец-то я дошел к чему придраться, действительно. Так, еще одни шорты. Тоже указания размера, к сожалению, нету. Следов износа я также не вижу. Марка H&M. 46 европейский размер. Вот вторые шорты с ремешком в комплекте. Так. Размер 12. Вроде как подростковые шортики. И марка Атмосфера, 8 английский, 36 европейский размер. Это у нас женские шорты. Не знаю, изначально похоже очень на юбку. На этом все.